Титан, есть разговор. Земная луна? Ну, я думал... Каллиста, ты же нам говорила, что земная луна вышла из игры. Ты что ли злишься, что она жива? Вовсе нет, но ты соврала нам. Ты что, с ними? Я не на чьей стороне. Понятно? И знаешь, мне надоела эта революция. Ну что, пойдем? Я чё-то не думаю, что нам позволят. Вы никуда не уйдете, пока ситуация не разрешится. А теперь не двигаться. Что будем делать? Она наверняка рассказала Земле о наших планах. Я думала, ты выше этого, Титан. Я хотела забыть об этом и предупредить Землю о ваших планах, но... Как вы могли напасть на Марс и Венеру? Они напали на планету? А они вышли и рассказали? Так, значит, Марс? Как они могли? Но я... Стойте! Пока меня не было, вы что? Напали на Марс и Венеру? Да, так и есть. И мы победили. Но... Слушай, мы собрались объединиться с ними, но все вышло из-под контроля. Ладно? Титан, я знаю, что ты не рад этому. Никто из нас... Но мы не в солдатиков тут играем. Здесь все по-настоящему. Да! Вообще, это отличные новости. Мы не только одолели две планеты, но и убрали все потенциальные угрозы для нашего плана. По сути, Земля сейчас совершенно одна. Да. Да, ты не прав. Не слушай их, Титан! Вся эта революция выходит из-под контроля! Нельзя добиться желаемого через насилие! Это просто неправильно! Но... Ты хочешь, чтобы все осталось как прежде? Чтобы мы стали пылью для очередных колец планет? Чтобы на нас смотрели свысока и нисколько не ценили? Снова и снова! Ты восхищался Землей. Ты сам так сказал! Ты желал стать похожим на нее. И что она сказала в ответ? Что спутники должны знать свое место. Вот, что планета о нас думают! Что мы хуже них! Что мы раздражитель! Они всегда себя так вели, потому что мы не могли что-либо с этим сделать! Так скажи же, Титан, теперь мы можем что-то сделать? Да. Вот это другой разговор. Нет. Земная луна? Я знаю, ты близка со своей планетой. Ты не обязана что-либо делать. Титан, я просто думала... Просто оставайся с нами. Рано или поздно Земля будет тебя искать. Так мы сможем избежать каких-либо потерь с нашей стороны. Я так не поступлю! Тогда тебе не стоило при... Беги, убирайся отсюда! Остановите его! Ребята, а вы знали, что у нас появился мерч? Да-да, и благодаря Озон мы можем доставлять его повсюду. В пределах Земли, разумеется. Закажите шаранутый мерч уже сегодня и сияйте ярче солнца! А также вся актуальная информация по мерчу будет в нашей группе ВКонтакте. Подписывайся! Оставьте моего друга в покое! Ио! Не хочешь свалить Каллисто? С радостью. Куда они идут? Эй, детки, останьтесь тут ненадолго, лады? Тритон, погоди! А и что теперь? Если я вернусь к Земле, то приведу их! Может, стоит поискать газовые гиганты или... Воу! Без обид! Но мы не можем позволить вам уйти! Да, пожалуйста, не усложняй нам задачу! Вы вообще еще думаете самостоятельно? Может, мы и не согласны с тем, что они делают или говорят, но мы разделяем общую боль. Мы знаем, что Земля ужасно к тебе относилась. У нас было то же самое с Сатурном, но мы можем все изменить. Пожалуйста, просто, если бы его просто послушали и... Она пытается выиграть время! Все кончено, земная луна! Ты сдаешься? Каллиста, Ио, вы... Ты права. Все это вышло из-под контроля. Мы поможем тебе сбежать. О, ребята! Ой, больно вообще-то! Нужно найти газовых гигантов. Они наша надежда. Ты права. Если мы сможем предупредить их, то они положат всему конец. Кто самый быстрый? Это я. Погодь, а на чьей ты стороне? Я не на чьей стороне. Как и ты. А кто это такой? Зовут Тритон. Бывшая карликовая планета, пойманная гравитацией Нептуна. А, крутая история.
Спасибо. А можно не сейчас? Тритон, надо найти Юпитер или Сатурн. Любой из них сойдет. Они — наша единственная надежда. Понял, принял. Выиграете время. О-хо-хо-хо-хо, не беспокойся. Хорошо снова работать вместе. Взаимно, старина. Взаимно. Три против сотни. Не самый плохой расклад. Как насчет пяти против сотни? Фобос? Деймос? Вы здесь откуда? О чем ты? Мы здесь были все это время. Да! Они напали на нашу планету! Мы их ненавидим! Кроме Титана! Он лучший! О, да, 100%! Ну, спасибо, что передумали! Нам нужна помощь каждого! Молодец, Тритон! Ты избавился от этой надоедливой мелочи и сбежал из этого хаоса целым! Ха! Лошары! Хватит уже думать об этом! Ай, ну же, это не в твоем стиле, бро! Ты не ввязываешься! Если пойдешь искать газовых гигантов, то вернешься туда, откуда начал! Обратно к... Ну, я рад, что вы не ссоритесь и заводите новых друзей! Ай, Тритон, ты идиот! Каков статус? Они как-то сдерживают атаку. Может, оставьте мы... Оставьте нам! Прекрати, Каллисто! Воу, какого... Все кончено, Луна! И что же ты сделаешь? Ты будешь приманкой. Эй, Фобос и Деймос! Скажите Земле, что Луна у нас. И что мы будем ждать. Шаранутые повелители снова в деле. Павел Баттертай, Человек Разумный, Повар Алкаш, Илон Маск, Мотья Солик и Киса Маргариса. Спасибо за поддержку, а также всему Совету Сферического.